Магическая атмосфера цирка завораживает не только детей, но и взрослых, которые когда-то тоже были маленькими и с восторгом смотрели на арену. Воздушная гимнастка Диана Шималина детскую мечту превратила в реальность. И теперь ее работа – выполнять сложные трюки, взлетая под купол цирка на развивающихся полотнах. Ее выступление посвящено силе духа и тела. Наверное, о человеческих возможностях, о риске, о красоте, о владении телом на неуправляемой ткани. Ольга Ватагина, отработав номер с собачками, уже готовит к выходу других своих подопечных. В этом сезоне труппа цирка пополнилась сразу двумя пони. Перед выходом на арену они также прихорашиваются, чтобы произвести на зрителей приятное впечатление. Его зовут Ибаро. Ему всего год и 6 месяцев. Он выполняет несложные трюки, но уже полноценный работник нашего цирка. Цирк «Шапито. Шелковый путь» собрал под своим куполом артистов из нескольких цирковых династий и гастролирует по России уже 9-й сезон. Каждый раз представляя зрителям обновленную программу. В этом году Мишка, у нас замечательная Маша, красавица и умница, самый добрый медведь на свете. Захватывающие и поражающие воображение номера не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых. Уже после первого отделения саровчане с восторгом делились впечатлениями. Мне больше всего в цирке понравились кошачки. Мне больше понравилась лошадка. Она очень сильная. Мы не ожидали, что очень много будет зверей. Дети в восторге, и взрослые тоже, я думаю, довольны все остались. Клоун веселый, в общем, мы в восторге. В цирке отличная атмосфера, и там очень классно. Цирк пробудет в нашем городе до конца месяца, и следующие выступления состоятся 28 и 30 сентября в 17:00, а 29-го артисты покажут сразу 2 представления в 13 и 17 часов. Билеты можно приобрести в парке имени Зернова в кассе цирка.